Приветствую вас, Алина. Я, в принципе, должен, наверное, поддержать коллегу Светлану в том, что она вам написала, да, то есть вот в контексте того, что любовь ваша, она исчезла. То есть появилась ровно тогда, когда у молодого человека она исчезла. А плюс ко всему вы с ним, вот как вы сами говорите, поругались именно вот тогда, когда увидели фотографию, значит, его другой девушкой, вот, и, собственно, вы увидели, и с ними за это поругались. Вот, это очень важный момент, да, то есть, почему вы поругались с ними за это, то есть, что послужило, так сказать, причиной, основой для того, что вы поругались. Вот, в первую очередь, мне кажется, что здесь вот этот момент нужно исследовать, потому что, ну, если у вас, допустим, не было чувств к мужчине, да, если у вас не было чувств к нему, то что послужило тогда основанием для ссоры, как раз. То есть вот мне кажется, что этот момент, он в первую очередь достоин своего внимания, то есть вы его так обходите, как бы, стороной этот момент, вот, но мне кажется, что это важно, то есть для чего вы встречались с мужчиной, если у вас не было к нему чувств, вот как вы говорите, да, то есть, ну, вот, не испытывали вы к нему каких-то вот таких теплых эмоций, да, и так далее, вот. То есть, ну, мне кажется, что это тоже надо бы определить. То есть, для чего вы встречались с ним, да еще и 4 года, если у вас не было чувств, ну, вы думали, что это привычка просто. Вот. То есть, мне кажется, что это такая достаточно важная история. То есть, насколько у вас хорошо, например, развита самооценка, да, насколько она у вас хорошая самооценка, что вы значит, как-то, ну, позиционируете свои отношения так, что они могут выстраиваться, по вашему мнению, только на привычках, вот. То есть здесь, возможно, речь идет о неких потребностях ваших, возможно. То есть я этого не утверждаю наверняка, да, но возможно, речь идет именно о ваших потребностях, о том, что вы хотите, о том, ради чего и, собственно, для чего вы находитесь в отношениях с человеком. Вот, что вы хотите, значит, для себя в этих отношениях получить, почему вам они, эти отношения, так важны, вот. То есть вот это очень важная история, на мой взгляд, это очень важная история. И, на мой взгляд, очень важно этот момент, поисследовать, вот.
Потому что от этого зависит, по сути, то, как вы будете дальше выстраивать, значит, свое взаимодействие. Вот. Ну, свое взаимодействие с, не, с мужчинами, вообще. Вот. Мне кажется, это важно. Дальше. Значит, вот почему у вас вспыхнули чувства, Алина? То есть, что произошло, что привело к тому, что чувства вспыхнули? Да? Что случилось? Что вот чувства появились? Ну, ведь вообще не очевидно, что есть какие-то, опять же, причины для этого. Вы видели, что молодой человек от вас отдаляется? Вы видели, что молодой человек, хочет жить своей жизнью. Вот. И возможно, только возможно, что вы испугались. Вот. И вы испугались, например, остаться одна. Допустим, вы испугались вот, потерять то, что вы называете, значит, ну, привычкой. То есть у вас действительно была привычка. То есть, как бы, я полагаю, что это, ну, вот, 100%. 100% основания полагать, что у вас действительно была привычка к, ну, к мужчине. Но, понимаете, штука вся в чем? Штука вся в том, что даже если это привычка, то у нее, у привычки, есть как бы основания какие-то, понимаете? Вот. И мне кажется, что вот, наверное, в первую очередь в том, что касается оснований этой привычки, да, то есть как стало вот возможным, что вы отношения выстраивали вот, ну, вот так, на таких основах. Вот, это вот нужно разбирать, потому что иначе получается, что вы в отношениях просто-напросто, ну, не выступаете свободны. То есть вы, ну, вы не свободны в отношениях своих. Вот. А мне не кажется это каким-то позитивным моментом. Ну, для вас, да, мне не кажется это какой-то позитивной историей. Наоборот, мне кажется, что здесь есть очень плодородная почва для страданий, для какой-то болезненности, вот, и так далее. Вот, чего, конечно, ну, для вас, да, я думаю, никто не хочет. Вот. Уж, по крайней мере, мы не хотим этого для вас точно. Вот. Поэтому молодого человека вы можете вернуть. Конечно, его можно вернуть.
Вот, но вопрос заключается в том, что для этого необходимо сделать. То есть, может быть, его возможно вернуть отношения. То есть, грубо говоря, если вы будете хорошо к нему относиться, если вы продемонстрируете ему сейчас, что, ну, что вы испытываете к нему чувства, что вы дорожите им и так далее, то он, может быть, вернется, конечно. Но здесь есть такой момент, на мой взгляд, опасный, достаточно момент, что если вы вернетесь опять к привычному своему состоянию, да, если вы вернетесь опять к привычному своему моменту, то ситуация может повториться, только стать еще хуже, в том смысле, что уйдя еще раз от вас, мужчина уже не вернется. Вот. То есть я рекомендовал бы здесь, наверное, поисследовать как-то ваши, ну, ваши чувства, которые имеют место быть, да? То есть, ну, элементарно, что вы хотите, элементарно, что вам нужно, что для вас важно, вот, и так далее. То есть я бы вот на это обратил наверное, ну, больше внимания. Ну, вот. Я бы обратил, наверное, на это больше внимания. Постарался бы понять, что вам хочется от человека. Что вы, вот, ну, нуждаетесь в контексте человека, вот. То есть мне кажется, что это вот, это та история, которую желательно бы определить, вот, как-то, ну, максимально подробно, вот, максимально ясно. И в том числе, на самом деле, для вас, чтобы вы понимали то, с чем идет речь. Возможно, осознав лучше свои желания, возможно, осознав лучше свои потребности, вы могли бы выстраивать более равнозначные, равноценные отношения, которые не были бы, например, так болезненные для мужчины, вот, и которые, ну, не оставляли бы его неудовлетворенным, которые давали бы ему то, что он хочет. Вот. Я думаю так, можно вам, в принципе, ну, в целом, я думаю, что можно было бы так вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. То есть, прежде чем спрашивать
как вернуть молодого человека, вот, я думаю, что имеет смысл постараться определить, для чего. Для чего вам его возвращать? Вот. Вообще, почему вы хотите его вернуть? Чем вам вот именно, ну именно, плохо без него? Вот. То есть мне кажется, это важный элемент, мне кажется, это важный момент. А если вы хотите действительно отношения свои сохранить, вот, потому что есть основания полагать, что вы сейчас просто вот не готовы к тому, чтобы выстраивать отношения. Такие равноправные отношения, я имею в виду. Такие равнозначные отношения, чтобы устраивало и вас, и молодого человека. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.